26 августа на московском ипподроме были разыграны крупные призы в честь Дня шахтера. Общая сумма призов составила более 1 400 000 рублей. Также было разыграно два традиционных приза. Первый заезд. В первом заезде уверенную победу одержал Пегас под управлением Кадратюка. Другие лошади какой конкуренции составить ему не смогли. Флокс и Якубов оказалось совсем не в порядке. Второй заезд. Приз в честь Дня шахтера для двухлеток. Легкую победу одержал американский жеребец From the Vault под управлением Виталия Константиновича Танишина. Конкурентов у него в этот раз никаких не было. На втором месте приехал Черномор Лариса Танишина. Третий заезд. Приз «Золотая осень» для кобыл 4 лет и старше на дистанции 2400 метров. Стоимость приза 250 тысяч рублей. Очень дорогой, престижный, интересный приз. Фаворитом был Михаил Козлов на «Февке», но он не выдержал конкуренции с Матвеевым на «Паэлии Лок». В этом заезде было записано две матвеевские лошади. Одна из них вела большую часть дистанции, и «Паэлия Лок» сидела у нее в спине. Финишем легко проехала и выиграла. На втором месте оказалась «Рокинг Чес» Руднева неожиданно. Ну и третий остался «Ревьюз де Карель», который сделал очень впечатляющий финишный бросок. Четвертый заезд – Кубок шахтеров для орловцев 4 лет и старше. Здесь фаворитами были «Заветный» и «Раунд». Они всю дистанцию боролись. Ну, Виталий Константинович, как всегда, собрал все поля, ехал вторым колесом, а Матвеев на «Заветном» по бровке легко, в общем-то, можно сказать, выиграл. Действительно, серьезной борьбы не получилось. Пятый заезд. Традиционный приз – мемориал маршала Буденного для лошадей старшего возраста, дистанцию 2400 метров. Здесь фаворитом был «Версаль», который одержал уверенную легкую победу. На финише его пытался достать Распутин Петров, но остался лишь вторым. Остальные лошади были совсем слабы. Шестой заезд. Очередной приз в честь шахтеров на дистанции 2400 метров для трехлеток. Фаворитом был Better Than Checkers, многократный рекордист под управлением Льва Киселева. В этот раз он тоже очень резво проехал 1600 метров, примерно 2 минуты 1 секунда. Он в пятой четверти привстал, 33,5, а в конце дистанции развалился совсем, и его объехал Уэмбли под управлением Владимира Пупко. Восьмой заезд – самый дорогой из призов этого дня. Общая стоимость приза – 500 тысяч рублей. Дистанция 2400 метров для лошадей 4 лет и старше. Открытый приз могли участвовать лошади, рожденные не в России. Все ожидали дуэли Блоксток Майка Несяева и Радислюка Есина, но в одном из первых заездов Есин упал, видимо, получил небольшую травму, и вместо него ехала Дробышевская, которая никакой борьбы навязать Блоксток Майку не смогла, проехала бесцветно. Областной Майк одержал очень легкую победу. На финише его пытался достать синематограф Петров, который сделал очень впечатляющий бросок, но остался лишь вторым. Девятый заезд – мемориал Гриц для лошадей 4 лет орловской породы на дистанцию 2400 метров. Здесь фаворитом была флористика Гаськов, которая и выиграла легко-легко. В спине у ней одно время сидела земляника Матвеев, но потом совсем встала, и ее объехали две лошади Ветрогон Осипов, что было совсем неожиданно, и маленький принц Ольховский. Десятый заезд, это уже не приз, рядовой заезд для трехлеток, складывался очень интересно. Фаворитом был Винтерлок Матвеев, но он со старта не поехал, в результате потом на финише остался третьим. Кочевник Киселев сделал проскачку по дистанции, вела Палермо Кантри Федоренков. Вот. А победу одержала Фриволь Якубов, которая это с пятого места сделала очень впечатляющий бросок на финиш и выиграла в 2.7.2. Очень странно проехал Пинк Флойд Танишин, который, в общем-то, всю дистанцию удержался на втором месте и, казалось, на финише должен обыграть Палермо Кантри. Но нет, он как-то привстал и в результате пропустил и Фриволь, и Винтерлок. Остался только четвертым. Одиннадцатый заезд для французских лошадей на дистанцию 1600 метров. В отсутствии «Ревьюз де Карель» фаворитом была «Самария» шаховцев. Казалось бы, должна была одерживать очень легкую победу. Но неожиданно с ней всю дистанцию боролась «Танана» Ревельер под управлением Киселева из конюшни Танишина. Киселев очень активно провел всю дистанцию,
И только чудо спасло Шеховцову от очередного поражения. Но все-таки Самария выиграл четверть головы, а Танана Ревильер осталась второй. 12-й заезд. Здесь фаворитом был Наутилус Донапьянов. Второй лошадью играла Салина Трутнев. Но неожиданно победителем стал Смэш под управлением Бурулева, который в конце обыграл и Наутилуса, и Алину. Впрочем, неожиданным победителем он стал только лишь для публики. Сам Бурулев, видимо, в лошади своей был уверен, и этой уверенностью, вероятно, щедро поделился со своими знакомыми. Выдача в этом заезде была 2,70 в одинаре, 14,20 в двойном экспрессе, а тройной экспресс вообще оказался смешным – 12 рублей 70 копеек за рубль. 13-й заезд «Орловцы двух лет» без всякой борьбы победил «Готик» под управлением Алексея Гришина. 14-й заезд для лошадей 4 лет и старшего возраста. Дистанцию вели Тархан Танишина, Дионисиус Нурир, Владимир Пупко. На финише их объехал Гранд Петров. Неожиданно вторым остался Таркан. В 15-м заезде для «Орловцев трех лет» уверенную и прогнозируемую победу одержал Плессер на интервале. За второе место боролись победитель Труфанов и реванш Шеховцов. Чудо не произошло, Шеховцова опять объехали концом.